Очень классное мероприятие. У меня сегодня выступает сын, ему сегодня 4 года исполняется. Очень потрясающе все организовано, красиво. Будем смотреть, болеть. Класс. Спасибо организаторам. Сегодня у нас с вами Гангур, а это значит, мы здесь до позднего вечера под понятием фонда. Мы уже не первый год приезжаем, и у ребенка куча впечатлений после стартов на ВДНХ. В общем, поэтому всегда очень здорово быть тут. Ну, каждый у нас спортсмен, абсолютно разные лошади, но самое главное – разное мастерство. Очень классный турнир, приходит много зрителей, круто поддерживают. Отстроилась. Мы очень рады, что сюда вообще попали неожиданно. Буквально за несколько часов решилась наша поездка. Приедем еще. Располагаются на трибунах, потому что это хобби-хорсинг, это серьезный вид спорта, а не хихоньки-хахоньки. Ехали вот первый раз на соревнования. Даже не думали, что так серьезно все. Очень довольны. На высшем уровне. Спасибо. Я пришла со своей дочкой Вероникой на это долгожданное событие. Я увидела еще, что в прошлом году у вас проходит хобби-хорсинг. Вероника ждала целый год, чтобы тут поучаствовать. И такой организации, вообще как здесь, где в Москве, мы не видели. Мы ваши фанаты, надеюсь, что такие мероприятия будут проходить хотя бы ежегодно. И спасибо вам за такую организацию. Ура!
ну как, мужчины и женщины, и посмотрим, кто из них сегодня окажется джигитом и джигита. Джигитов до этого не было, на конкуре выездки был. Ну вот, джигитов впервые посмотрел, очень круто. Не прощаемся, увидимся!